Сосновый Бор. Какое прекрасное место для отдыха, для занятия спортом. Солнышко светит, птички поют, а вокруг... А что мы видим вокруг? Только горы мусора. Уважаемые читинцы, участники общественного движения «Забайкалье – наш дом» приглашают вас принять участие в субботнике по очистке оврага в Сосновом Бору, который состоится 29 июня в 10 часов утра. Сбор возле 17-го дома. В качестве ориентира будет флаг общественного движения «Забайкалье – наш дом». Ждем всех!